17 октября в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. На торги выставлено 3 лота. 2 участка находятся в Романовичах и предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Начальная стоимость первого – чуть более 5350 рублей. Стартовая цена второго – почти 5800 рублей. Третий участок расположен в районе улиц Белого и Технической. Здесь нужно разместить специализированное здание розничного торговли. Начальная стоимость более 55 тысяч рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодез-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодез-центре по номеру 419786.